Всем привет! С вами канал Артмани. У нас смотрите, что творится. Тут я буду убираться еще после свекрови. А тут ненужные вещи. Тут обои еще нужно перебрать. Здесь коробка пустая, здесь вещи ненужные. Там ремонт у нас идет. И вот тут вот освобождаю я все коробки уже. Очень много вещей выбрасываю. Фух, после ремонта. Очень много что-то вещей у меня прям вообще ненужных. Вот здесь вот одежда ненужная, тут одежда, еще всякие там прибамбасы какие-то, вещички такие тоже не нужны. Все буду отдавать, раздавать. Тут вот тоже нашла джинсовую плащик такой покупала. У меня вот за эти вот бусины волосы цепляются, очень больно. Бусины хочу, наверное... А, они приклеены, что ли? А, ну, если они приклеены, то ничего не сделаешь. Я думала, они пришиты. Короче, вот, убираемся. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, там еще одна, восемь. А, подожди, семь, господи. Короче, восемь коробок разобрала. Вот, там посуду перемывала с утра. С утра у меня уже пылесос. Все пропылесосил. Стаканчики посудомоечная машиночка помыла. Смотрите, какие красивые, обалденные. Они ровные, просто почему через камеру кажется, как будто они... Внизу узенькие. Вот. Там Дима в трусах с разбитыми коленочками, да? Вот. Короче, у нас тут полным ходом идет. Здесь в комнате тоже с этой стороны уже приехала стенка, но я вам ее покажу, когда я здесь уже в комнате уберусь, потому что сейчас вот это вот просто кошмар. Еще у нас вентилятор работает. Потому что очень жарко, на улице 30 с лишним градусов. Дима мультики смотрит, да? Да. Вот. Там у нас вон всякие... Мешок собирается всякими вещами непонятными. Тут мешок, который я какую-то одежду оставила. Я ее хочу померить, посмотреть. Если она мне мала, буду избавляться. Вот. Ну, тут чисто белье. Еще коробка вон там осталась. Там пару коробочек, но они уже пустые. Короче, остается чуть-чуть. Еще у Димы в комнате. Еще. Ой, господи, здесь вот грязное белье вот это. Оказывается, грязного белья просто немерено. Я думала, что нам нечего будет стирать. Но его, оказывается, куча. Короче, еще вот эти коробки мне надо разбирать. Здесь вот разбирать. Лоджию разбирать, потому что лоджия просто кошмар. Здесь вон просто уже все завалено. Мы еще уезжали летом сейчас. На даче 2 недели жили. Я просто пихнула сюда коляску свою, самокат Димин. Вернее, Димина коляска. И все. Тут тоже вон, полно вещей. Выбрасывать, ну, раздавать, я, конечно, не выбрасывать, буду раздавать. Но их просто куча. Рюкзак вон там, он лежит. Его тоже буду отдавать. И купила, что-то один раз его одела, мне не понравился. И в итоге я не ношу его. Лежит, а продавать все это очень долго, долго, долго. Мне лень. Проще отдать. Вот.